Да, я ее нашел. Ну, это были не черти, это был сундук. Advanced Pressure Tube. Господа. Не побоюсь этого слова. Advanced Pressure Tube. Как бы так сделать, чтобы... Да, вот. Знаешь что? Advanced Pressure Tube делается исключительно при помощи ассембли Drill и ассембли Laser. И ассембли программ Drill and Laser. Либо же при помощи лазера, двух ИО, чамбера и лазерной программы. Мне кажется, мы вовремя сделали контроллер. Прежде чего-то там. Advanced Pressure Tube, блин. Ну, приступаем. У нас есть место свободное. Два ИО. Платформа. Что там надо? И один лазер. Внизу все ставь, потому что ему давление надо. Ну, у меня есть компрессоры с собой. Лазерная программа у меня есть. И лазер у меня есть. А также у меня есть контроллер. И еще у меня есть где-то... Да, сундуки. Мне нужно свободное место. Тогда вон комната. Где она? Ну, это да, вот. Это хорошо сказал. Вон комната. Ну, вот по маркеру иди меня, видишь? Да, там не пройти. Правильно, правильно, вот сюда, да, да. Вот это что ли? Не сюда, а сюда, дальше, 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 дальше. Меня видишь? А. Вот у тебя тут такая секретная комната. Да, у меня тут такая секретная комната. С инфьюзером. Ну, да, он, наверное, может сюда. Тут дерево как раз есть. Да нет, не с инфьюзером. Вон, вон, вон дальше, вон там. А. Вот, вот это. Видишь, ну да, тут? Хорошее место. Отгородил. Ух, сборочная платформа должна быть в центре. Чпок. Рядом со сборочной платформой должно стоять два пневмачек в ренч у тебя. Нет, зачем он мне? Он у тебя. Окей. Я боюсь, мы его взорвали. Нет, я его в сундук, по-моему, убрал тогда. Угу. После этого инцидента. Инцидента. Так. Инцидент один из ИО юнитов. Так, это у нас ассембли ИО юниты. Один из них становится оранжевым. Я не очень помню, что, но я помню, что так нужно сделать. А сюда идет сундутек. Вот. Рядышком идет лазер. Лазер, лазер. Лазер надо крутить. Нет, лазер крутить не надо. И вот это сборочная фиготень. Ну, давайте сюда. Стендбай. В сборочную фиготень мы вставляем наши программы. Программа вставлена. И нам нужно накачать сюда примерно 5 бар давления. Чем мы сейчас... Нет, не займемся. А как эти штуки снимаются? И самое главное, как к этой штуке подключается давление? Вот это вот хороший вопрос. Но мы его сейчас решим. Такс. Ты куда убежал? Осветить крышу, пока у нас никто не нас... А у нас там была крыша? Теперь да. Крышу. У меня есть трубы. К чему они здесь перемет подключаются? Хороший вопрос. Хотя крышу может тоже сейчас накрыть. Нет. К этой штуковине, что ли, они подключаются? У меня проблема. Я не помню, к чему здесь подключается давление. К чему угодно. О, вот к этой штуковине. А к этой? На сяре. К управлялке. А, в этом плане? Да. Угу. Так,
Ну, раз у нас сюда подключается давление, то куда-то сюда у нас подключается два кинетик контроллера. Разворачиваются мордой. Сюда, в трубу. И этот в трубу. В трубу. А где-то еще у меня были. Так, ну, насколько я помню. Чего не нравится? Стендбай. Проблемы. Эд Преша. Окей. Я сопру снизу спид-апгрейды. Уж очень мне их хочется. Пари. Так, мне нужны вот эти штуковины. Эти вот так они делаются, да? А, из четырех, черт. Черт, из четырех. Ну, значит, придется сделать вот эти штуковины самостоятельно. Раз, два, три, четыре. Окей. И нужно где-то взять энергию. Энергия была у Ксилата. Слушай, а куда я дел энергоцел? Вот у нас что-то, у нас сейчас будет война за энергоцелы. А, да, знаешь, как сделаем? Мы ж богатые, правда? Не очень. Возьму эндер первого генератора. Там хорошая идея. Воды есть, хорошая еды. Хорошая идея поставить... Так. Подскажи мне, где пульверайзер, пожалуйста. Пульверайзер вот здесь вот свинец трёт, там, где энергия. Ага. Так, извиняюсь, это сюда. Свинец, всё. Угу. Кстати, очень жарко. Ну, нет. 3,6 у меня. Ну, да. Так. И энергия сюда не идет по одной простой причине. Ее тут не было. И вот энергия билдится. И начало создаваться давленица. Начало? Не начало. Куда тебе потом оксиденчик? Стекло взять? Делать. Ага. Ура! Хреновина заработала! Поздравляю. А сюда мы, собственно, суем вот это. Ой. Написано не смотреть. Чего не хватает? Добавьте давление. Сейчас взорвется, блин. Или не надо было поздравлять. Ну, все клево. Я правда. Ой-ё. Ну, тут легко выключать. Хорошая вещь, эти ваши компрессоры, только сейчас взорвется к чертям собачьим. Почему сюда не идет энергия? Как интересно. Ну ладно, до 5. До 5 дойдет, а после 5 взорвемся. Проблемы и управление. А тут можно только управление смотреть, да? Ура! Процесс пошел. Почти. О, о, оно зашевелилось. Шевелится, энергия идет. Так, дайте-ка мы энергию отключим. Уж очень как-то резво эта ваша энергия идет. Ну, нормально. Лазер туда тянется. Так, ну все, готов. Так, положила квест. Коробочку. АЕ. Какой? Круто. Конечно. Так, куда? Так, здесь должна копиться энергия. Несчастный. Какой сундук? Так, сюда тут вот. Мы на время можем разрешить. Так, это сюда. А вот теперь аешные развлекухи пошли. На время сюда. И вернуть куда-нибудь наш инфьюзер. Он огромный, полный энергии. В общем, инфьюзер будет здесь.
Сейчас. Главное, чтобы там ничего не взорвалось, а то Ксиват обидится. Он не любит, когда я взрываю наши машины. Все, инфьюзер стоит. И больше мне не мешается. Эту фигурину мы немедленно отключим. Потому что давление у нас наверняка больше. Ой-ё. Ксиват! Ой. Ваня, Ваня. Бабах! Я все взорвал. Как ты любишь все повзрывать? На секунду отвлекся. Надо было работы нагрузить, тогда бы еще было. Нагрузил. Что нам надо? А, во, платформа стоит, лазер стоит, нужен только контроллер. Окей. Такс. Эй, выпустите меня. Сейчас мы это все восстановим. Так, и сюда должен прийти контроллер. Ух, обидно. Потерял что? Контроллер. Молодец, Ваня. Ну, сейчас сделаем. Прям расстройство. А что здесь сундук стоит? А потому что не придумал, куда еще его воткнуть. Он мешает, если честно. Ну, уничтожь его. Контроллер. Делается из трех плат, трубы и железа. Железо. Лечка какая-то в кармане. Ну, труба. Ты пользуешь, нет? Нет, можешь взять. Вешай на панельку туда. Я заберу. Бери. Спасибо. Ну, мы хорошо. Так, стоп. И я хотел взять спид-апгрейды. Что мы хорошо? Раз уж взрывать, то со спид-апгрейдами. Ты, кстати, имею в виду, со спид-апгрейдами он сразу же... То есть, ну, там, штук 9 воткнешь спид-апгрейдов, он сразу же в ту же секунду будет тебе мгновенно сжигать уголь и нагнетать давление. Нет, я не про это. Я сам машины... Энергии я сейчас им даю дофигищу. Прям реально дофига. У меня полный эндерперл генератор, вы чё? Ну, так это понятно. Вот... Стоп. А я сделал... А я его забрал. Ах. Да. Я его сложил на столе и забыл забрать. Еще один ассембли контроллер. Если дело так пойдет дальше, то кое-кто пойдет растить пластик. Вручную. Без вручную. Банмила. Нет, почему? Мы дадим тебе банмила. О, включился. Мне? Тебе. Разве речь про меня? Апгрейды сюда. А программу забыли. Но еще одна лазерная программа у нас даже в кармане была. Ну, теперь я не настолько неудачник. Всего лишь осталось включить эту хрень. Не, надо научиться делать выключающиеся штуковины автоматически. Нет, не здесь. Так там делать нечего. Она же элементарная. Я ни разу не делал это с вот этими кинетическими хреновинами. Я делал очень удобно. А ты не помнишь, можно как-нибудь... Что? Выключать генераторы. Генераторы не нужно. Подачу энергии на них вырубаешь и все. Редстоном. Вырубил. Когда у тебя давление 3,5, вырубаешь и все. Они не реагируют на редстонный сигнал, сволочи. Ну вот не реагируют и все, тут хоть ты тресни. Так, апгрейды есть, давление есть. Генераторы? Да. А у них нет опции случайно? Вот эта дурмашина, кажется, умеет реагировать на плеша. Все, что нужно, есть. 4,2 бара, карент, что-то там. Вольюм. No problem. Машин статус, лазер, платформа онлайн. Юнит импорт, ассембли, дрил.
Офлайн. Это что такое? Погром лазер. Почему он так странно себя ведет? Лазер, включайся. Почему-то лазер не хочет работать. Из-за того, что я один раз взорвал эту хреновину, она перестала хотеть работать. Нечестно. Нечего взрывать хреновины, которые работают. О! Тебя хлебом не корми, дай повзрывать эти хреновины. Ну, это пневматик крафт, он для этого существует. Чтобы мы его взрывали. Так, input. Не соглашусь. Output. Так. Ну. Энергия пока еще есть, чуть тебе не хватает. Скотина. Лазер что-то не хочет работать. Почему, очень непонятно. Да что ж такое-то, а? Ну не работает, не работает. Лазер, лазер. Дурацкая система. Я аж расстроен. Представляешь, какой ужас? Не. Не хочет работать. То ли он не рисует, что он работает, но что-то происходит. По крайней мере, он, по-моему, да, он жрет давление. Если хочешь, могу посмотреть. Посмотри. Лазер работает или не работает? У меня он в офлайне стоит. Но давление эта штука тратит. Вопрос на что? Погоди. Чё? А чё у тебя ассембли лазер стоит вообще на углу? А? А, он дотягивается. А куда ты его хочешь? Дотягивается. Да. Вокруг стола должно стоять. Точно? Ну, поставь. Сколько я помню, да. Ставь, ставь, ставь. О, ты был прав. Процесс пошел. Лед тронулся, господа присяжные. Хе-хе. Фиговинки. Они думали, они не будут работать у меня. У нас есть ксилат. И я, для того, чтобы испугать эту штуку. Если бы я ее не взорвал, я думаю, она просто не работала бы сейчас. Вот. Может быть. Надо пугать эти хреновины. Ой-ё. Да, эндер первого генератора — это такая штука. Что, опять? Да, переполнился. О, а нет, тут мало. Ну ладно, у нас есть вот эти вот Advanced Pressure Tube. И мы можем сдать Monitoring and Regulation. Advanced Pressure Regulator и Pressure Gauge Tube. Как они делаются? Advanced Gauge Tube делается из Advanced Pressure Tube, что легко. А регулятор... Я понимаю, Fixed Electrum Blender ты немного сделал, да? Чё? Нет, не очень. Так, мне нужно две таких. Пошли делать. Благо, что есть из чего. Давление кончилось. Ладно, фиг с ним, с давлением. Нам бы квест сдать. Чудовищно. Там третья часть квеста. И убери уже сундук. Какой?
МЕ, что ли? МЕ. Ну, хорошо, как-нибудь уберу. Я его сложил в сундук с пневматик крафтом. Редстоун. Так. Как у нас много электрума. На все должно хватить. А золота у нас должно хватить здесь. Чпок. Я еще ксеват наврал про дабл-клик. Вот такие штуковины, пожалуй. Нет, стоп. Или такие. 20 плешет юб делали. Ну, давайте таких сделаем. Нам нужны их две. О, я зарядился. Так. А выключателей в последнее время требуется очень много. Чпок. Сколько нам до завершения карты? Минут 10 еще. Окей. Мы сейчас вернемся и запишем последнюю, надеюсь, последнюю серию.